Йоу, ребята, всем привет, с вами снова я, профессионал енот, фиалка и нубик, поздоровайтесь! Всем привет, ребята! Привет, ребята! Сегодня у нас будет новая рубрика на канале, я надеюсь, она вам понравится. Если нравится, обязательно ставьте лайки и пишите об этом в комментариях. В общем, рассказываю, в чем суть. Сзади нас вы видите огромное количество вот таких вот разных набнабов. Они действительно разные, ребята, потому что у этого, например, нет языка и глаза. Этот маленький лянь какой. Поза другая, да, этот маленький, у него рука короткая. У этого вообще тоже поза дурная, язык в сторону. Ну тут вообще циклоп с глазами в разные стороны. Так, здесь давайте посмотрим, что. Стой. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Это у нас эталонный набнаб. То есть так, такой, да. Какой должен самый, быть. Самый правильный. Здесь у нас какой-то слишком высокий. Этот у нас вообще с двумя глазами. Тут и рука короче. Слишком низкий. Ну а здесь без языка. Вот ну, так. Ну да. Но в целом так же, как обычный набнаб выглядит. Но эталонная версия это вот такой вот. В общем, в чем будет заключаться суть данной рубрики? Нам, ребята, нужно будет найти настоящего набнаба. У нас есть специально отведенная комната, в которой будет всего 10 набнабов. 8 из них будут не настоящими 100%. Один будет фейковый. И в роли этого набнаба будет один из нас. Вот. Так. И также будет один играть роль настоящего набнаба, это тоже будет кто-то из нас. Например, если я сейчас выиграю в камень, ножницы, бумага и буду первый угадывать, у меня будет 5 минут, чтобы, значит, определить правильного набнаба настоящего и всего 3 попытки. А нубик с фиалкой будут, получается, кто-то из них будет настоящим набнабом, а кто-то будет фейковым. Да. В общем, если я найду с первой попытки, то мне добавится 3 балла, поскольку всего 3 попытки. Вот, с первой попытки находишь, добавляется 3 балла, со второй 2 балла, ну и, собственно, с третьей 1 балл. Ну, а если не нашел, то 100% проиграл. Да. Вот, это сделано для того, чтобы у нас был какой-то, так скажем, счет, вот, по которому мы определим победителя в данной рубрике. Фиалка, все поняла? Ну, конечно, а ты все понял? Я все понял. В общем, давайте, я надеюсь, ребята, вы тоже все поняли. В общем, на словах немного сложно, но мы сейчас начнем, и вы все сразу поймете. Давайте поймете, да. Определять, кто из нас превратится вот такого набнаба. Опа. Вот, а кто будет искать? Вот, так, ну давай. Маску потерял, опа, все. Давайте, камень, ножницы, бумага, раз, два, три, камень. Камень, ножницы. Опа. Так, выбываешь. Значит, давай теперь. Давайте, кто первый выбывает, тот тогда будет, получается, фейковым. А, ну или ладно, хорошо. Потом определим. Да, так, ладно. Чтобы каждый из нас побыл каждым набнабом. Давайте. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Бумага. Камень! Ладно. Хорошо, ты ищешь тогда, получается. Как и сказал, да. Значит, давайте, кто из вас будет фейковым, а кто настоящим? А это тебе можно знать, да? Да, конечно. А, хорошо, давай тогда в этот раз побуду я настоящим, а ты побудешь фейковым набнабом, хорошо? Ну, ладно, Фиалка? Хорошо. Все, отлично. Все, мы идем туда, да? Я отворачиваюсь, да, вы идете туда, превращаетесь в набнабов, и, значит, начинается игра наша. Мне нужно будет найти, еще раз повторяю, настоящего набнаба за 3 попытки. Всего их там 10. То есть у меня, по сути, 30% на победу. И что вы там, готовы? Да, я готов, например. Я не смотрю, я смотрю вот сюда в стенку. Окей. Ну, все, начинаем? Да, начинаем. Так, я поворачиваюсь, открываю дверь и запускаю таймер. У меня есть целых 5 минут. Ух ты, блин. Ух ты, ё-моё. Это просто, да? Так, вот это что-то тут вообще подозрительно. Вдвоем стоят за ручку, слышишь? Какие? А вдруг это мы? Я не знаю. Я не знаю, может быть, это и вы. Так, кто тут глазами у нас шевелит? Ты куда-то они смотришь. Они все глазами шевелят, кстати. Ну-ка. Нет, куда-то все-таки он ходит. Смотри, этот вообще глазами. Можно по глазам еще... Этот смотрит вперед, то есть тот, куда идет. Так, вот это вообще странный какой-то. Он прям подозрительный. У него глаза... У него глаза смотрят всегда в одну точку. Как будто он ходит вот так вот. Опа. Ну фиг его знает. Делай короче, выбор. Я вот этого отметил пока что, пока выбирать его не буду. Так, что здесь? Ну-ка. Этот, вот этот тоже странный. А, нет, может быть и не странный. Так, ну вот это 100%. Может, и не странный. 100% какой-то не такой, что-то с ним не так. Итак, я пока выбор не делаю, потому что у меня всего 3 попытки. Хотелось бы, конечно,
Хотелось бы, конечно, что-то тут как бы этот разрулить и выиграть. Ну-ка, вот это что тут стоит? Сейчас я определю, ребята, не переживайте. Ну, пошел, пошел, пошел. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, давай, нет, нет, нет. Нет, 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 все это не то. Блин, какой из них? Кажется, придется делать выбор рано или поздно. Угу. Я ну, бы... Да. Я бы... Даже не знаю. Вот этот может. Короче, я делаю выбор вот этого. Вот этот? На да, вот ты этот. Ты сейчас смотришь? Опа. Ха-ха, это был... Серьезно? Это фиалка, фейковый наб-наб. Офигеть, блин. Это сложно и накаленно. Я заприметил сразу. Так, ну пока что у меня остается две попытки. Блин, нифига себе. Я думаю, настоящий наб-наб где-то в этой толпе. Но пока, если честно... Что? Не знаю, может быть вот этот? Ну, пускай... Куда побежал? Вот этот. Пускай будет вот этот. Есть! Я смог! Я там спалился в моменте, да, ладно, я там просто повернулся и... Да. Ребята, ура! Короче, у меня 2 балла, поскольку я нашел со второй попытки. У меня осталось еще 2 минуты 46 секунд. В общем, это было довольно-таки нелегко. Ну да, это непросто. Я дам вам подсказку, стоит обращать на глаза, куда смотрит наб-наб. Очень сложно. Они все, кстати, глазами крутят. Они да, все да. крутят глазами, да, но можно как-то вот спалиться на глазах. Ну, по да, крайней на мере, глазах можно спалиться, да. Фиалка, когда была фейковым наб-набом, вот здесь, этот наб-наб, он смотрел, как будто, знаешь, вот так вот ходил. То есть мышкой не двигал никто, а глаза были в сторону куда-то. Вот за счет этого я сразу его заприметил, но пока не выбирал. Потом все же всех проанализировал и решил выдать. Нубик, ну ты прям хорошо роль играл. Ну я старался. А фиалка тоже справилась. Получается, фиалка забайтила меня, я все-таки выбрал его. Ну да, на одну попытку, да. То есть у тебя не 3, а 2 балла, потому что нормально. Попытки. Так, давайте возвращаемся обратно в начало. Итак, теперь я, получается, не могу искать. И теперь кто-то будет из вас искать. Давайте в камень-ножницы начинайте. Камень-ножницы, бумага. 1, 2, 3. Камень. Опа. 5. Хорошо. Нубик. Я ищу, да? Так, ну что, фиалка, кто из нас будет настоящим? Может быть, ты, что мы тебя не нашли? Ну давай, ладно, я попробую. Давай, Нубик, отворачивайся, мы, фиалка, с тобой превращаемся в наб-набов. Мне надо считать или не надо считать? Нет, не надо считать, сейчас мы где-нибудь здесь станем. Давайте, ладно, я жду. Секундочку, секундочку. Хорошо, хорошо. Я жду. Я жду. Ну, в общем, я готов. Хорошо, фиалка готова. О, ладно. Так. Что делать? Давай, все, время пошло. Опа. И мы начинаем сразу, короче, всю эту историю смотреть. Я, к сожалению, не могу смотреть на все 100%. Вот. Но надеюсь, что получится. Не ты. Опа. Короче, пытаемся все это дело, короче, сделать. Оп. Что-то мне кажется. Ля, тут двое скакают. Так надо? Не знаю. Они так могут? Не знаю, вообще. Вот этот. Ты. Ты чё? Ты чё? Ну ты вообще что ли, а? Ты как? Не почему ты того не ударил? Потому что тот прыгает и смотрит тупо прямо, а ты прыгаешь, и у тебя взгляд слева скошен. Блин, я сюда смотрел тоже вперед. Нет, я пытался смотреть вперед прямо. Ну нет. Так, может мне еще фейкового попытаться найти тогда. О, давай. Ну давай, ладно. Но все равно я время уже остановил. У Нубика 3 балла, и Нубик лидирует пока что. Фейкового найти... Ну я не знаю, где фиалка на самом деле стоит. Ну понятно, что ты уже не знаешь. Может быть ты? Нет. Давай, наблюдаем, короче, за всем этим делом. Может быть ты? Нет. Ну-ка, получится или не получится найти? Ребята, если вы найдете фиалку вот в этом вот сборище наб-набов, пишите в комментариях. Нет, не ты. Слушай, ну тут прям нормально так.
Ну да, тут реально, вот ты. Я тут не дышу. Ты. Вот я тебя смотрю. Нет. Нет, это не фейковый набнаб. Хорошо. Ты сдаешься? Да, я сдаюсь. Показывайся. Серьезно? Блин. Рядом стоял. Ну ты, кстати, хорошо справилась со своей задачей. Я мимо тебя прошел, но не приметил даже. Вообще, слышишь? Нифига, фиалка прям крутой набнаб. Получается, теперь мы можем здесь остаться, да, сразу? А, да. А фиалка, да. Yeah. Так, что, ты будешь или я фейковым? Давай, ты был настоящим в прошлый раз? Да, я был настоящим. Давай будешь фейковым на этот раз. Окей, хорошо, буду фейковым набнабом. Посмотрим, получится ли у меня зафейковать или не получится. Так, ну-ка. Ну мы готовы, я думаю. Да, мы готовы. А, ребята, знаете, что я, короче, придумала? Что? Время идет, фиалка. Хорошо, вы можете вдвоем активно перемещаться и типа... 50 на 50. Я либо выберу одного, либо второго. Ага, только вот дело в том, что ты второго тоже заметишь. Ну и да. Вместо ну тех, да, всех, типа, кто здесь говорю, находится в комнате. 50. Либо три оча, либо ничего. Ну нет, так не сойдет. А, я, кажется, понял, как надо делать. Смотреть в глаза. Да. Да, ты понял, как надо делать. Я понял, как надо делать. Ой, вообще а дичь! Нифига! До меня только сейчас дошло, как да, быть крутым набнабом. Мы с тобой потом обсудим, да, как? Играть в гляделки. Нет, не играть в гляделки. Да, вот это прям вообще интересно, ребята. Кажется, я теперь буду очень жестким набнабом. Это что ли ты? Без понятия. Ты можешь сделать выбор, фиалка. У тебя всего три их будет. Да, а, время еще идет, да? Конечно! Да, еще и время идет, конечно. Ой-ой-ой. Так, ну я пытаюсь, короче, быть прям вообще жестким. Да, я тоже. Это ты! Хочу выбрать тебя. Нет, фиалка, это не он. Это даже никто. Да, это даже никто. Офигеть. Ладно, я не буду, типа, сильно прям прикидываться, но я понял, как можно. Я тоже прошарил, прям очень жестко прошарил, мне кажется. Почему-то первый раз это было изи кому-то, второй раз это тоже еще учились. Я увидел, я увидел набнаба. Увидел набнаба, да? Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Почему вы так шевелитесь? Как шевелимся? Как все стараемся? Ну, ладно, нашли скажи, тебя! Скажи, как? Как? Да! Ты вот там, типа, двигался, типа, вот так вот, а потом, когда я подошла, стоишь и не двигаешься. Ну, может любой сделать. Нормально, да, но слышишь. До этого ты так прям активно, типа, прохаживался тут. Ладно, короче, хорошо. Тебя спалили. Да, а меня найдете или нет? Да, давай теперь его попробуем найти. Прыгун тут, а? Вот это он. Вот это он. Ну давайте, выберите кого-нибудь. Или вот этого, или того. Я выбираю вот этого. А я вот этого. Вообще ни один из них, да? Ну ты можешь сделать выбор, Дубик. Ну вот ты передо мной сейчас ходишь, да? Все понятно. Я ж тебя приметил. Ты, да? Да, ты? А, конечно, он! Конечно, это я! Короче, вообще жестко получилось. Нифига, так, фиалка нашла, получается, со второго раза тоже, да? Да, не ты со второго, а я с первого! Нубик победил! Получается, в этот раз я победил! Нормально, прям вообще. Самый настоящий нап-нап. Короче, ребята, если вам нравятся такие ролики, обязательно пишите об этом в комментариях, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Если вы угадывали настоящих нап-напов, тоже пишите в комментариях, вот. Ну а мы будем серию заканчивать, с вами как всегда был я, профессионал енот, фиалка, нубик и вот такая вот комната с нап-напами. Всем, ребята, скорой встречи и пока-пока-пока, пока, ребята! Пока, ребята! Пока-пока!